Смотрите на это упражнение. Смотрите, очень полезное упражнение для боксера. Во-первых, вы правильно держите кулак обязательно. Если вы будете держать кое-как кулак, мяч улетит в другую сторону. Акцентированный удар, акцентированный. Каждый раз он сжимает кулак. И он каждый раз наносит акцентированные удары. Легкие, легкие, но обязательно акцентированные. То есть день. Понимаете, да? Это чисто боксерское упражнение. Готовить такую штуку несложно. У меня есть, кстати, такая. Ну, так. Я нос такой. Занимаешься? Очень хорошо. Классная штука. В лоб такой дашь. Да, когда прилетает, это вообще... И кулаки набиваются заодно. Не захочешь прилетать. Ну, мне кажется, сам, легкий, да, не, мне кажется, легкий все-таки лучше, да? Попробуй. За сколько ты купил? Там, не знаю, рублей, наверное, 1000. Попробуй. Я за 300 рублей 2 таких сделал. Идеально. Сам, 10 минут работы швеей. И я на кепке примотал. А я помотал вокруг мяч. Смотри, эта штука в лоб ударит, слабо не покажется. Не, ну и резинка прям растянутая, он там зависает, быстро не возвращается назад. Просто резинку поменяешь? Да, вот из трусов вытащил. Ну, кстати, да, у меня такая.